Ну что ж, вот последний участник сегодняшнего соревновательного дня, которого мы, короткую программу которого мы хотим вам показать, это француз Бриан Жубер. Первый номер французской сборной, 18-летний парень, который на прошлом чемпионате Европы сенсационно выиграл бронзовую медаль. В общем-то, я думаю, посмотреть будет на что. Четверным тулупом не удался. Ошибка в четверном тулупе, касание рукой. Шагов Ягудина. Конечно, да. На самом деле Ягудин — это его кумир, кумир Бриана Жубера, и он неоднократно говорил об этом в своих интервью. Также он хотел перейти к Татьяне Анатольевне Тарасовой и тренироваться под ее руководством, но что-то пока не срослось. Что Ягудин видимо, еще больше похожим на Алексея Ягудина. Нет, пожалуйста. Стал популярен еще и в Швеции, потому что очень здорово поддерживают его здесь зрители. Кстати, у Бриана Жубера хореограф в этом году Николай Морозов. Это заметно, потому что многие взяты из программы Алексея Ягудина. Но тем не менее, откатался он неплохо. Вот как раз французский фан-клуб демонстрирует свои возможности. Всего лишь второй год Бриан Жубер выступает на серьезных взрослых соревнованиях на международном уровне. В общем-то, довольно-таки уверенно себя чувствует на льду. Да, совершенно верно. Настойчивый юноша. В принципе, опыта не так много. В этом сезоне он выиграл один из этапов Гран-при, который проходил в Америке. Скейт Америка соревнования. Неожиданно для всех. Сейчас он продолжает держать на чемпионате Европы. Вот ошибка в четвертом туре, видите. Ну и, в общем-то, предварительные итоги пока таковы. Первый — Евгений Плющенко, второй — Илья Климкин, третий — Станик Жанет, четвертый — Станислав Тимченко. Куда сейчас впишется Бриан Жубер, посмотрим. Во всяком случае, кроме него, уже вряд ли кто-то еще сможет вмешаться вот в борьбу первой пятерки. Кстати, он всю жизнь тренировался у
одного и того же тренера, вот буквально с детского возраста. И называет своего тренера второй мамой. Они даже отмечают вместе праздники, дни рождения. Очень-очень близки. И, между прочим, Бриан Жубер также очень популярный фигурист в Японии. Там после его выступления лед практически почти как после выступления Жени Плющенко. Было это супер. Мягкими игрушками. Ну, это, в общем-то, через несколько секунд мы узнаем, какой будет расстановка сил перед произвольной программой. Произвольная программа у мужчин, напомню, завтра. Судьи задумались. Есть над чем подумать. От 5-0 до 5-5. Зрители выражают неудовольствие свое. Бриан Жубер, так или иначе, второй. Итак, первый Плющенко, второй Бриан Жубер, третий Илья Климкин. Таковы итоги сегодняшней короткой программы. А наш репортаж на этом подходит к концу. Сегодня для вас работали комментатор российского телевидения Анна Шуст и чемпион мира Алексей Тихонов. Спасибо огромное всем болельщикам, всем зрителям канала «Россия». Спасибо вам. Счастья, здоровья и улыбок. Всего доброго. До новых встреч.